Я же просила тебя, поменяй пороги. Это не машина, а гимнастический снаряд. Мне уже поздно осваивать новый вид спорта. Я узнавал. В Москве порогов нет, закончились. Я сделал заказ, через неделю будет. Или поставь режим вибрации. Хорошо, я переведу на водителя. А что это у него настроение сегодня? Я всегда не в духе, когда вхожу в это алчное заведение. Почему опять по имени и отчеству? Я же просила. Ах, да, извините, забыл. Вы что-то не в духе, Тоша. Да, я проголодалась. Но я сейчас есть не буду. Поем, когда выиграю. Закажи столик. А вы уверены, что выиграете? Если бы я не была уверена, я бы сюда не ходила. Пожалуйста, ваши ставки. Не надо мне подсказывать, я сама прекрасно справляюсь. Антонина Сергеевна, скажите, а зачем тогда вам здесь нужен я? 2 часа ночи, мне завтра с утра на работу. Затем, что я ненавижу быть одна. 16 лет я привыкла, что меня всегда сопровождают мужчины. Ставки сделаны, ставки больше не принимаются. 14 красная. Пожалуйста, ваш выигрыш. Наше поздравление. Спасибо большое. Приехали, наконец. Тошенька, а зачем вам это казино? Разве вы в чем-то нуждаетесь? Я не хочу жить на хлебнице. Моя пенсия – ничто. А я привыкла иметь деньги. Ты же знаешь, многие обращаются ко мне за помощью. Спокойной ночи. Спасибо тебе, Мил. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Галя, что с вами? Вы который раз подаете молоко в пакете, перелейте в молочник. И хлеб тостер, пожалуйста. Мне, как всегда, овсянку. А им вот эту из пакетов, что это? Мюсли. Мюсли. Чистые консервы. Не понимаю, как они это едят. Здравствуй, мамочка. Доброе утро, Вячеслав. Вчера, кажется, поздно вернулась. Звонила на мобильный, был отключен. Как давление? Оля, ты плохо себя чувствуешь? Нет, все нормально. А в чем дело? Это я должна у тебя спросить. Ты в халате, в тапочках. Я думала, ты заболел. Прости, мама. Спасибо. Просто сил никаких нет. Вчера 3 операции, сегодня 2 плановых, а если еще по скорой привезут? Ну, ты устала, уходи с работы, работать. Без желания это мука, а в медицине это просто преступление. Мама, я не нуждаюсь в лекции о клятве Гиппократа. За всю жизнь ни разу не встала к столу без волнения. Какие ко мне могут быть претензии? Ты, между прочим, вообще все время сидела дома. Ну как ты можешь судить с таким апломбом? Я работала на самой трудной работе. Я была женой. Это самое главное дело для женщины. Твой отец был очень талантливым военным, но маршала из него с мировым именем сделала именно я. Бедный папа.
Хорошо, он этого не слышит. Он всегда думал так же. А ты его фраза. То, что маршал из меня сделала, ты. Интересно. Вот как же тебе это удалось? Я его любила. И умно себя вела. А больше женщине ничего не нужно. Остальное все делает мужчина сам. Твой муж, твой бывший муж, он человек не глупый и способный, но в нем всегда не хватало чего-то мужского. Да? Откуда ты знаешь? Не говори пошлости. В нем не хватало темперамента, поэтому ты не могла любить его по-настоящему. Я его очень любила. А вот ты, мамочка, сделала все, чтобы разрушить наш брак. Ты по-прежнему думаешь, что я во всем виновата? Ой, ужас, у меня дочь дура. Никого я не виню, сама во всем виновата. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Такси недорого, вам куда? Мне надо в центр, на улицу Горького. Горького, Горького. А это где? Ну, Горького. Отзынь, Петя! Мой клиент. Поехали, господин. 150 баксов. Баксов? Что это такое баксов? Ну, зеленые, доллары. Давно Слав, не был, Слав, дядя. Чё, давно, сейчас моя да. очередь. А дзынь, говорю, мой клиент. Ты Горького не знаешь. Я вас за сотню довезу. Знаете что, вы пока разберитесь между собой, а я позвоню. Слышь, ты еще не родился, когда Тверскую вот так называли. Вещи. Вот она, ваша каша. Доброе утро. Доброе утро, мой хороший. Антонина Сергеевна. Антонина Сергеевна, вы не могли бы сказать вашей внучке, что сегодня ночью мы с вами были в казино? Мне она не верит. Не верит. Тебя подводит твоя репутация. Знаешь, если муж работает с полуодетыми женщинами, то естественно, что жена все время находится на страже. Я, к сожалению, не могу сменить род занятий, потому что именно благодаря этим полуодетым у меня есть неплохая возможность кормить, одевать и развлекать всю семью. О, а вот, кстати, и они. Легки на помине. Кроме всего прочего, мне еще нужно платить за их обучение в лучшей школе Москвы. В колледже! Тем более в колледже, откуда они имеют все шансы выйти компьютерными придурками. Не придурками, а чудаками на букву М. Так наш физкультурник говорит. Вы слышали? И вот за это я плачу в месяц столько, сколько получает ваша бабушка за год в больнице. Кошмар какой-то. Может, забрать их из этой школы? Ешьте, мои дорогие, овсянку и не слушайте их. А мама говорит, что мы ели не овсянку, а салат без заправки, чтобы не полнеть. А где, кстати, наша мама со своими прогрессивными советами? Еще спит. Тоже интересно. Человеку 30 лет. Он самый первый в доме идет спать, самый последний встает. Что можно успеть в этой жизни? А вот этого делать не следует. Белки, жиры и зерновые не смешиваю. Пошли своего Волкова подальше. Это Монтиньяк. А ты пошли подальше обоих. Господи, ну можно спокойно позавтракать? Вы же не на ток-шоу. Давайте поговорим о приятном. Пожалуйста. Твой муж сегодня не ночевал дома. Сказал, что играл с бабушкой в казино. Кому весело? Никому, потому что это правда. Хотя, если бы он вел себя так, как ты его подозреваешь, это было бы закономерно. Когда у жены постоянная температура 35,5, то естественно, что мужа начнет тянуть в теплые края. Па, абхазан де зенфан. Пап, мы уходим! Пап, отвези на школу! А я, как дурак, вызвал машину к 11. Ладно, поедете к третьему уроку. Садитесь.
Одевайтесь, несчастные брошенки. Бабушка сама вас отвезет. Больше этим заняться некому. Ой, это же как раз по дороге в больницу. Только не уезжай, пожалуйста, не померь мне давление. Мама, я купила тебе самый дорогой автоматический прибор. На него надо просто смотреть. Смотреть и все. Остальное он сам все расскажет. Все, у меня больной на столе. Пока. Больному сделали премедитацию? Нет, еще Ольга Васильевна, он еще не приехал. Что? Вот, звоним. Стоит в пробке. Вот почему я требую, чтобы госпитализировали накануне, как в советские времена. У нас эта европейская легкость не приживается. Оленька, ты не кипятись, он только сегодня ночью прилетел. Безобразие. У меня болит, что ли? Слава богу, что это у тебя. Вот именно. 2 месяца за его пузырем бегаю. Ольга Васильевна, ваш мобильный звонит. Давай сюда, кухню вложи. Алло. Оленька, здравствуй. Это я, Гриша. Да, я узнала. А, здравствуй. Ты где? Я в Москве. Еду из Домодедово. Точнее, в пробке стою. Оля, я могу тебя увидеть? Ну что, скоро? Это не он. Но тоже стоит в пробке. Слушаю. Что значит, где я? Там же, где все, в пробке. Ну, конечно, еду, если это можно назвать таким словом. Хорошо, начинайте без меня. Да, я тебе доверяю. Что ж не доверять, только репетировали. Начинайте. Здрасте. Давайте познакомимся. Мы здесь с вами каждый день боками тремся. Вот мы с другом подумали, а что время терять? Можешь личную жизнь наладить. Вас как зовут? Саня, да? Свет покажи. Ну что, давайте попробуем. Звук! Готовы. Музыкальная тема номер один. Девочки, готовы? Готовы. Начали! Прошу прощения, это от меня не зависело, весь город стоит. Я просила начинать без меня. Вы что-нибудь прошли? Ну а какой же смысл без вас? Я объявил кофе-паузу. Чего же время зря терять? Хорошо. Заканчиваем дискуссии, начинаем работу. 6-я цифра, пожалуйста. Thank you.
плохо. Господа басы, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, четче артикуляцию. Et intera pax. Давайте еще раз. Прошу прощения. Неужели 17 лет? Конечно. Ты же уехал в 90-х. Да. Да, а почему ты в Израиль не приезжаешь? Все уже побывали, кроме тебя. Извини. Жару ненавижу. А, я-то думал, может, личная жизнь. Какая у меня может быть личная жизнь при маме? Вот так вот. Ты ж сам знаешь. Оставить я ее тоже не могу. Она продолжает меня воспитывать, хотя я уж почти пенсионерка. Боже мой, а ведь в этом зале мы праздновали нашу свадьбу, помнишь? Я помню так ясно, как будто кино смотрю. Вот тут вот стоял стол. Да. Папа сидел спиной к окну. Маршальский мундир, ордена. Вот чем-то ты ему нравился. Даже не могу понять, чем. Может быть, он видел во мне порядочного человека? Я не думаю. Ему этого было бы мало. Ты знаешь, мне кажется, он надеялся, что из тебя выйдет толк. Был бы он жив, он бы сумел тебя поддержать. Мама нет. Мама всегда любила победителей. Ее скепсис тебя и добил. Жаль. Тебе на жизнь хватает? Нет, ну просто я могу помогать, у меня сейчас все нормально. Ну ты не стесняйся, скажи. Олечка, у меня все в порядке. Пожалуйста. Ты помнишь мою курсовую работу? Ты еще название никак запомнить не могла. Угу. Даже выговорить не получалось. Ну вот, а я ходил, всем тетрадку показывал, а потом все-таки получил авторское свидетельство. Но его никто, конечно, не стал внедрять. В ящике валялась. Да. Вместе с моими идиотскими стихами. Неужели сохранилось? Да, я на него случайно наткнулся, когда собирал бумаги к отъезду. Взял так, на всякий случай. Просто так взял и все. Ну, а там все как у нас так же. Прилагал, убеждал, пороги обивал, и ничего не вышло. А потом я взял и повесил в интернете. И что, кто-нибудь клюнул? Да. Да ты что? Ага, клюнули. Купили. Сначала в Америке, а потом еще в 28 странах. Да ты что? Я деньги получил. Привез тебе подарок. Не-не-не, мне не надо. Я не ношу драгоценности. Ты же знаешь, у меня все время перчатки, спирт. Нет-нет, мне ничего не нужно. Ты, Варе, что-нибудь купи. Я уже купил. А купил я, Оля, вот, санаторий Министерства обороны под Москвой. Помнишь, ты... Ну, твой отец доставал нам туда еще путевки. Ты говорила, что это твое самое любимое место на земле. Ну и вот, купил. Ничего не понимаю. Там все ужасно запущено. Но можно поправить, ты только скажи. В общем, короче, мы могли бы туда съездить и все посмотреть. Ты решил вернуться победителем? Я же не мама, мне ведь это не важно. Оля, каким победителем? Я все равно уже проиграл все. Я столько лет прожил без тебя. И уже не наверстать. Так, убрали музыку. Здравствуйте, девушки. Я сразу прошу меня извинить, если кто-то нам не подойдет. Не отчаивайтесь. Это дело личное, можно сказать, вкусовое. Итак, начали. Вы первая. Спасибо. Теперь вы. Спасибо, следующая.
Меня в полный рост. Можно? У меня фигура важнее, чем лицо. Можно, в следующий раз. Теперь вы. Я не знаю, что мне делать. Просто стоять? Я же просил, с опытом работы на подиуме. Я играл в школьном театре, Нину Заречную. Ну, хорошо, хорошо. Давайте, что хотите. Вас как зовут? Нина. А, ясно. До сих пор не вышли из образа. В камеру смотрите. Можно мне немножко подумать? О чем? Нет, ну ты... Об образе. Ну, давайте, ищите зерно роли. Только смотрите, у вас не более 2 секунд, иначе его склюет другая. Я Чайка! Если тебе потребуется моя жизнь, если тебе потребуется моя жизнь, просто приди и возьми ее. Спасибо, надеюсь, этого не понадобится. Девушки, всем большое спасибо. По результатам фотопроб мы вам позвоним. Оставьте свои контактные телефоны моему помощнику. Всем спасибо, все свободны. Так, девочки, диктуем телефончики. Да, сегодня. Там ворота подруга ваша звонит. Говорит, вы ее приглашали, так пускать или нет? Галя, ну что за идиотский вопрос? Это же Александра Михайловна, ну как я могу велеть ее не пускать? Да кто вас знает? Может, надоело она вам, что не день ходит? Здравствуй. Шурочка, дорогая, тебе пришлось долго ждать. Замерзла. Оделась легкомысленно. Галя, принесите нам чаю. Все-таки какой чудный у тебя зять. Никогда не отказывает в машине. Да, да, он очень милый, мы с ним друзья. Он меня всему научил, этому современному. Интернет, там, компьютер, телефон этот злосчастный. Ну, как-то все неинтересно, знаешь, не радует. Какая-то усталость что наваливается. Я не понимаю, в чем дело. Может быть, возраст? Ну, какой уж у меня такой возраст? Вон моей Варьке 30, а ходит как разборная. Боюсь, Саша, боюсь, она потеряет мужа, останется одна с 2 детьми. Понимаю, что я ей надоела. Учу, поучаю, замечания делаю. Ну, как иначе? Ну, как? Скажи, равнодушно смотреть, как они неправильно живут? Ну, ты очень избалованная, Тоша. Тебя Васенька на руках носил. Вот ты и привыкла, чтобы тебя все слушались. Вот, все как вы любите, и молоко подогретое, хлеб жареный. А почему 3 чашки? Вы что, собираетесь оставить нам компанию? Да очень надо, я сериал смотрю. Вчера 163-ю серию пропустила, так ничего не понятно. Утерял этот, как его, стержень. Тут отвлекаться нельзя. Так кому 3-я чашка? Да вон, сын ваш пожаловал. Уже теплый с утра. Может, ему аспирина в чай намешать? Говорят, помогает. Мамочка. Тетя Саня. Мама, простите вашего блудного сына. Простите, мама. Кирюша, ну как же так? Мы с тобой только что у врача были, ты обещал. Ну что ж ты, Кирюша, маму огорчаешь? Ты же знаешь, у нее инфаркт был, когда тебя из армии уволили. А меня когда-нибудь спрашивал кто-то, хочу я в армию или нет? Зачем меня отдали в Суворовское училище? Потому что папа был маршал. Я не люблю всего этого. Форму, казарму, музыку эту, марши, муштру. Я штатский человек. Зачем на меня надели военную форму? Я, может быть, хотел быть... Кем ты хотел быть? Я хотел. Кем ты хотел быть? Сейчас это не важно. Прости, мама. Прости, мне перед тобой очень стыдно. Прости, прости. Санечка, прости меня, ты тоже. Санечка, ну вот хочешь, я сейчас при тебе. Я при тебе, мама. Я поклянусь, что я больше ни каплю не возьму в рот. Честное слово. Слово суворовца, мама. Санечка, ну
Ну ты мне поверь, ты же меня знаешь, ну сто лет, ты же вот таким меня помнишь, Саня, я же тебя тоже помню. Но... Ой, какая ты красивая была, ты была самая красивая. Каблуки высоченные, чулки с такой стрелкой, знаешь, потрясающе. Мама, прости. А, Санечка, а помнишь, как однажды у нас гости собрались? Мне года три было тогда, не больше. Гости и много-много дам. Одни дамы. А я под столом спрятался, вот здесь. Вот за этой ножкой я спрятался. Скатерть была длинная-предлинная, меня не видно. Прятался. И все ищут меня. Кирюша, где Кирюша? А я молчу, я не гугу. И вот в середине разговора я вылез из-под стола и говорю, самые красивые ножки у Санечки. Ну помни же это, помни. Ой, все смеются, тискают меня, с рук на руки передают. Ой, и такое счастье было. А какая у тебя шевелюра была? Какие волосы? Девушки за одну шевелюру влюблялись. Санечка, я тебя люблю. О, а теперь редеет. Ну, конечно, если мне 70, то тебе стало быть 50. Мне 49. Мне было 20, когда ты родился. Шурнак здесь, ну какие 20? Мне было 20 лет, когда он родился. А ты меня на 3 года старше. Тоша. Ну что Тоша-то? Я старше. Ну ладно, раз уж воспоминания пошли, давайте пойдемте к столу. Галя, несите кулебяку, накрывайте в столовой. Ну, мама, Санечка, ну вы все равно самые красивые сейчас для меня. Что там молодые? Помнишь, после свадьбы вышли сюда. Зима, скользко, а ты на шпильках. Да. Вцепилась в меня. Держи крепче, а то упаду, помнишь? Да? Да, но теперь я на шпильках не хожу. Целый день устала, ноги устают. Может, поднимемся ко мне? У меня люкс. Мебель старинная, так красиво. Она не старинная, это ремейк, фальшивка. Теперь все не настоящее. Но мы-то прежние. Я люблю тебя. Правда. Мне пора. До завтра. До завтра. Какой заваривать? Нормальный или зеленый? Что за вопрос? Черный и крепкий. Затем, что все с ума посходили? Пьют только зеленый или ягодный? По 10 видов каждого. Пойди разберись. Давали слону в пачке, ни у кого голова не болела. Не могу по каждому поводу послушать ваши сентенции, Галя. Несите чай. Хотите, помогу вам, Галочка. Санечка, сиди, я сам. Галя. Хочешь меня в напарники взять? Думаешь, пожалею? Да мне твою мать 100 раз жальче. За что ей такое горе-то? Вот сейчас пойду и все расскажу. На сегодня закончили. Завтра в это же время. Да не проблема. Мы-то будем. А вот как с вами? Что за тон? Варвара, погодите! Рассердились. Ну чего ты цепляешься? Кому и что хочешь доказать? А я всегда беспокоюсь, не случилось ли с вами чего. Так я же звонила, что опаздываю. А я люблю, когда вы рядом. Я же говорил вам, что с первого дня, как мы встретились с вами, я сразу понял, что... Стоп.
Я не желаю больше об этом слышать. Мы много раз говорили об этом, тебе хорошо все известно. Извини, мне пора. Господи, я же машину у метро оставил. Так давайте я вас подброшу. Это ваш? Да. Я же вам говорил, купил на гастролях в Японии. Я с ним как с живым существом общаюсь. Он каждый импульс чувствует. Ну что, поехали? Варя. Ты с ума сошел? Я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю, ты слышишь? Что с тобой? Ты в своем уме? Ты трезвый? Где мы? Знаешь, я только сейчас понял, что мы с тобой обязательно будем вместе. Выкинь это из головы. Я мужнина жена. Я люблю своего мужа. У меня семья. Ты слышишь? Что ты себе такое напридумал? Немедленно отвези меня домой. Варя! Мне идти голосовать на шоссе? Куда вас отвезти? К машине? Давай прямо на дачу. Машину завтра заберу. Только к дому не подъезжай. Выйду на углу. Ну что, хочешь мне объявить, что все кончено? Спасибо, что хоть зашла. Ну вот я посчитал, ты ждала его 17 лет. Наверное, не зря. Что скажешь? Все время будешь иронизировать или сделаешь паузу, чтобы поесть? Ох, я поем. Сегодня было две внеплановых. Лотка кофе не сделал. Ну, конечно, я ревную. Шутка сказать. К моей жене приехал муж. Это кто жена? Ты кто же еще? Я думала, я любовница. Это милая моя. За любовницей ухаживают, водят по ресторанам, дарят духи, по курортам катают, а мы с тобой супруги. Приходим с работы, еле ноги волочим. Ты вон продукты тащишь, ужин готовишь, а я тебе нотации читаю. Все как у людей. Ты знаешь, я давно себя считаю мужем. Только вот жена моя не хочет пойти со мной в ЗАГС и жить со мной одним домом. Вот такая беда. Моя жена одним домом живет со своей мамой. И этого опыта в первом браке хватило, второй раз повторять не хочется. Ешь. Я один не могу. Ты не составишь мне компанию? Я была в ресторане. Вот как. Значит, выходит, что твой первый муж и есть любовник. А я как старый муж, который успел опостылить. Разберемся. Я все равно еще ничего не решила. Возможно, возьму отпуск на 2 месяца. У меня их за столько лет накопились. Плюс дополнительные дежурства, отгулы, в общем. Вообще, я хочу отдохнуть. С ним? 23 часа в Москве. 200. Ой! Оля! Ой! Оля! Что? Что? Что такое? Там в шкафчике баралгин, 2 кубика возьми. Боже мой, что-то, что с тобой? Да ничего нового, радикулит перестоял, наверное, у стола. Оля, давай быстрее. О, Господи. Повернись. О! Ничего смешного. Не забудь протереть спиртом. Спиртом. Водка пойдет? Водка всегда пойдет. Какие-нибудь еще консультации будут? Ой, будут. Оля, вводи медленно. Укол болезненный. Ты прав, какая я любовница. Конечно, жена. И каждый день, благодаря
систему олимпийское движение пытается претворить в жизнь в каждом уголке мира. We also endeavor to bring joy to people's life. Позвольте благодарить меня. Ой, ну где ж ты ходишь? Я боялась, что ты опоздаешь. Антонина Сергеевна. Ну и в заключение. Так я и знал, что эта Олимпиада никому будет, кроме нас, неинтересна. Что там? Президент наш выступал гениально. На трех языках. Очень эмоционально. Ну, я, к сожалению, не видел. В пробке стоял, хоть телевизор бери. Знаешь, я тут читала. До 14 года 7 лет. Ну, это много, конечно. И вообще, я могла бы дожить до Олимпиады и поехать в Сочи. Правда? Антонина Сергеевна, милая моя хорошая. Какая вы замечательная. Мне бы такую жену. Мы бы с вами горы свернули. Знаешь, мы в 50-е очень часто отдыхали с мужем в Сочи. У меня была такая шляпа с огромными полями и белые брюки. И не было ни одного человека, который бы не обернулся. Так это было эпатажно. Я просто насмотрелась трофейных фильмов с Марлен Дитрих и подражала ей. Мне очень нравился этот стиль. Так, все, внимание, стоп. Давай. Awarded to the city of Sochi. Да! Ура! Победа! Победа! Что здесь происходит? Доброе утро, Галя. Как спалось? Как можно спать в этом доме? Подыскивайте себе другую. Буду уходить. А что случилось? Покою нет. Приходят все, кто когда. Ну, вас же не тревожит. Вы можете спать, когда считаете нужным. А я считаю нужным идти спать последней. Кто все проверит, все выключит? Плитку, камин, двери закроет. Кто это сделает? Так и при маршале было. Ну, вы не жаловались. Так кто был маршал? Да и я помоложе была. Ну, в конце концов, ваше право. Хотите уходить? Уходите. И уйду. Доброе утро, бабушка. Доброе утро. За стол. Я на работу не еду. А что случилось? Я в отпуске. Надолго. Мы с твоим зятем будем строить поместье. Я же тебе рассказывала. Гриша купил санаторий, куда нам пап путевки доставал, помнишь? Вот видишь, как ты ошиблась. Думала, из Гриши ничего не получится. Невероятно. Интересно было бы на него взглянуть. Я редко ошибаюсь. Точнее, никогда. Меня потрясает твоя самоуверенность. Скажи, ты никогда не сожалеешь о том, что сделала? Ну, не сомневаются только одни дураки. Но нужно уметь быстро принимать решения. Тебе это не грозит, ты всегда очень долго колеблешься. Скажи, а Гриша не держит на меня зла? Есть за что? Ну, мало ли. Доброе утро всем. Так, дети, давайте быстро доедайте и на выход. Сначала вас в школу. Нет, сначала я на работу, потом Гриша завезет вас в школу. Тоша Сергеевна, передайте, пожалуйста, Варе, что я буду сегодня поздно. Спасибо. Угу. Хорошо, передам. Кирилл Васильевич, а зачем мы складываем парашют? Есть же укладчики. Есть укладчики. Но парашют, между прочим, не складывают, а укладывают. Тому, кто хочет прыгать, полезно знать устройство парашюта, полезно уметь его укладывать. Только тогда, когда ты все сам проверил, ты можешь с уверенностью сказать: «Моя жизнь в моих руках». Это очень важно. И не только в спорте, между прочим. Кирилл Васильевич, а когда мы-то прыгать будем? Вы нам еще в прошлом месяце обещали. Вот когда буду за вас спокоен, тогда и разрешу. Кирилл Васильевич, ну это же денег стоит, причем немалых. Учеба-то. А если кому-то что-то не нравится,
Он может прямо сейчас пойти и забрать деньги. Рисковать я никому не позволю. Никому. Да, Люсь. Привет. Да, понимаю. Понимаю, говорю. Ну, я могу быть через час, наверное. Угу. Все, я буду, буду. Буду скоро. Кирилл Васильевич, извините, я не хотел. Но просто прыгнуть охота. До четверга. Спасибо, Зинаида Алексеевна. Вроде ничего. А вы молодцом, все не сдаетесь. Что мне остается? А ты дочку навестить? Да. Уж какая стал красавица. Замуж не собирается. Рано, рано еще. Пускай учится. До свидания. До свидания. Хочу, чтобы ты с ней поговорил. Твердо по-мужски. Ну да, с дочерью по-мужски. Да, да, именно. В конце концов, ты отец. Я надеюсь. В чем тут у вас дело? Она беременна. Не надо пугаться, в конце концов, это не трагедия. Ей уже 19 лет. Проблема в другом. Она не хочет выходить замуж. И при этом категорически отказывается делать аборт. Ну и правильно. Ничего страшного, успокойся, все обойдется. Моя мама жива, слава богу, нас выходила, наших детей. Ее и на правнуков хватит. Что ты несешь? Ты послушай, почему она собралась рожать? Уму непостижимо, как это им приходит в голову. Мы тоже были молодые, но мы любили, мы... Ты что, правда любила меня? Конечно. Очень. Я и сейчас тебя люблю. Только жить с тобой не могу. Ты сам в этом виноват. Не перебивай меня! Сейчас не об этом. Настя этого человека не любит, но он очень богат. Она рассуждает так. Буду обеспечена на всю жизнь. Можно не работать, не учиться, жить в свое удовольствие. Он обещал купить квартиру, загородный дом, оплачивать няньку. Теперь ты понимаешь, ребенок как новый способ обеспечить себе жизнь. Главное не просчитаться, от кого рожать. Многие подружки именно так и поступили. Фитнес, путешествия, любовники – это тебе не над доской корпеть. Ну тебе же не в тягость над доской корпеть. Ты же любишь свое дело. Кстати, я недавно был в ресторане «Вертихвостка». Это твой проект? Да, взяла, чтобы заработать. Но это не совсем в моем вкусе. Ой, а мне так понравилось. Я порадовался за тебя, сразу увидал твою руку. Столько фантазий. Спасибо. Пойдем к дочери. Ну, что ты застыла? Настя, папа пришел. Привет. Как я соскучилась. Господи, неужели это наша дочь? Нет, знаешь, все-таки в нашем браке был смысл. Ты так изменился, похудел. Как разве... жизнь? Да ничего, налаживается. Доченька, я пришел поговорить с тобой. Мама мне все рассказала. Знаешь, если тебе интересно знать мое мнение, то... Пап, не стоит, ладно?
Ты же знаешь, что я вас очень люблю и жалею. Да-да, именно жалею. Не удивляйся так. Ну вот, чего вы добились в этой жизни? Да ничего. Вы такие красивые, умные, образованные, любящие. А что толку? Ты вот пьешь, мама с утра до ночи работает, изредка отвлекаясь на личную жизнь. Ну вот скажи, ну хоть какую-то радость тебе это приносит? Я не считаю возможным отвечать на такие вопросы. Я и не сомневалась, что именно это ты мне и скажешь. Вы просто не знаете, что нужно делать, чтобы быть счастливыми. И никто не знает. Вы просто переложили все проблемы на плечи бабушки, чтобы было кого укорить, если не сложится. Я же беру всю ответственность на себя. Если не сложится, зато сама виновата. Вы думаете, мы инфантильные? Ха, да мы гораздо взрослее вас. Так что... давайте договоримся. Больше вы в мою личную жизнь не вмешивайтесь, и уж тем более не вмешивайте в нее Антонину Сергеевну. Мне не хватит терпения и вежливости слушать бабушкины рекомендации. Я по-прежнему в семье, я буду ходить на все домашние праздники, но, пап, моя личная жизнь вас не касается. Идет? Ну что? Не знаю. Нет, я спрашиваю, когда будет все абсолютно готово. Секунду. Максим Сергеевич, здравствуйте. Может быть, минимум грима? Дальше. Или фам фаталь? Любую раскрась будет то же самое. Дальше. Посмотрите, какое лицо. Мало кто себе это может позволить, а ей очень идет. Может, побреем наголо? Готова побриться наголо? Для вас я готова на все. На все не надо. Только то, что спрашиваю. Готово. Так, сделайте фотографии, несколько вариантов. Я потом отберу. Да, я слушаю. Я спрашиваю, когда будет готово? Не отвечаешь, а сеть вроде есть. Думаю, сейчас же не стану прыгать. Куда делся, да? Ты у меня смотри. Ты что, выпила? Ну, что такое строгий-то? Без меня. Я же говорю, обзвонила. Так нечестно. А выпила не без повода. Наша Ширли ощенилась. Да ты что? Угу. Дай-ка поглядеть. Ну, не пущу. Иди руки помой. Такая везуха. 5 кобелей, только 2 суки. Что ж хорошего? Ты же не знаешь, на кого будет спрос. У любого поинтересуйся. На сук желающих меньше. Все как у людей. А я, например, кому нужен? Ты мне. Ну, что такой грустный? Выше голову. Мы в порядке. Суки по 1000 пойдут, кобели по 1500. Чего? Чего? Ну, не рублей же, баксов. Иди, ты откуда знаешь? В интернет лазила, все точно, на них очередь. Если до 2 месяцев и дадим, еще и на прививках сэкономим. Дай-ка посмотреть. Ну, что я говорила? Батюшки. Прелесть какая. Господи, даже отдавать жалко. За здоровье нашей Ширлечки и ее потомства. Ой. Кобелей быстро схватает, а девка как пить дать застрянет. Ну ничего, поешь на птичку, продашь. Только форму надень, она впечатляет. Угу. Thank you.
Что там? Говорите, я слушаю. Варя, это Виталий. Варя, я вижу твою машину. Это ты звонила в дверь? Варя, я знаю, это ты. Я жду тебя. Всегда. Иди ко мне. Ты все равно придешь ко мне, слышишь? Помнишь? Я сказал, уверен, мы будем вместе, слышишь? Так и будет, так и будет! Не крадись, тебя застукали. Ты не спишь? Нет. Почему в темноте? Ночь лунная, светло. Максим дома? Да, спит, слава богу. Это очень плохо, Варя, что ты приходишь так поздно. Надеешься спасти мой брак? Думаешь, тебе это под силу? Пойди сюда. Почему ты такая колючка? Молчунья. Ты думаешь, ты знаешь ответы на все вопросы? Я выгляжу дурой, да? Просто я устала. Устала от семьи, зависимости, обязательств. Все друг от друга чего-то хотят. Все дают советы. Ей-богу, я завидую старым девам. Да ты еще не сделала 100 шагов по этой дороге. Ты еще ни разу всерьез не занималась ни домом, ни семьей, ни мужем, ни детьми. Мечешься в поисках неизвестно чего, я же вижу. Семья – самая совершенная организация человеческого общества. Все остальное хуже. А одиночество? Наказание. И не дай тебе Бог. Вот вы все думаете, что вы работаете, а я сижу дома, бездельничаю. А работаю-то как раз именно я, сидя дома. Поэтому есть семья, дом, традиции. Разрушишь все это, будет пепелище, черный пепел. Наверное, надо прожить жизнь, чтобы понять тебя. Возможно. Но иногда все приходит слишком поздно. Добрый день. Разрешите представиться, главный менеджер строительной корпорации. Нам поручена реконструкция объекта. Но я никому ничего не поручал. Я не подписывал никаких договоров, кроме купчей. Ну, вы, наверное, извините за выражение, невнимательно читали купчую. Вот, пожалуйста. Черным по белому написано. Смотрите, строительная корпорация Majestic Global берет на себя обязательства по реконструкции объекта. Цена услуг включена в стоимость сделки. Ну, какое странное условие. Я первый раз вижу такое. У нас нет даже никаких идей, что бы мы хотели тут сделать. Да вы не волнуйтесь. Здесь есть кому этим заняться. От вас требуется только подписать проекты. Позвольте представить. Архитектор Михаил Гринберг. Дизайнер Елена Новикова. Ландшафтный дизайнер Жанна Прокудина. Представитель подрядчика Вячеслав Росляков. На него будут выходить со всеми вопросами. И ваша личная охрана, Олег и Игорь. Сегодня их смена. Завтра будут другие, послезавтра еще одни. Итого 3 смены. Постепенно перезнакомитесь.
Подождите, подождите. Зачем охрана? Нам не нужна никакая охрана. От кого нас охранять? Поверьте, есть от кого. За этот объект такая драка велась. Такие люди были задействованы. Они так легко не отступятся. Позвольте, но мне ничего об этом не известно. А зачем вам знать? Этим занимаются профессионалы. У каждого своя работа, так ведь? Ну, пройдемте, пожалуйста, к коттеджу. Нам надо согласовать чертежи. Здесь у нас планируется фонтанчик, прямо у входа. Возле дороги мы посадим пихточки. Они вечно зеленые, зимой оживают, представляете? Дорожка у нас из натурального камня. Я понимаю, это, конечно, недешево, но тротуарная плиточка здесь ну никак не подойдет. Вы сами... Позвольте мне. Все-таки имеет смысл, чтобы я объяснил идею проекта. Теперь об этаже. Сейчас особняк имеет два этажа. Ну, думаю, во всем доме сохранить это не следует. В конце концов, постоянно жить будете только вы, двое, я. Правильно понимаю? Остальные так, наездами. Ну, то есть гости. Значит, мы можем использовать в отдельных помещениях двойную высоту. Это смотрится богато. Можно добавить стеклянный купол, возникает ощущение соединения с природой. Прошу прощения, мы просто еще не готовы к решительным действиям. Нам надо все сейчас осознать, обдумать, правда? Да-да-да. Потом мы торопимся, залетели так для первого осмотра. Ну что ж, ваше право. Только затягивать я вам не советую. Желательно закрыть дом до зимы, понимаете? Да закроем, закроем. Ждем вас завтра. 8:30 для вас нормально? Знаете что, оставьте, пожалуйста, ваш телефон, мы вечером вам позвоним и сообщим о времени встречи, хорошо? Рад знакомству. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Я 4-й, 1-й, 2-й салон. Мы отъезжаем. Кавалер ваши приехали. Мои дорогие. Проходите. Здравствуйте, мои хорошие. Спасибо большое. Моя милая. Как я рада. Проходите, садитесь, пожалуйста, вот сюда. Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста. Вот там вам будет удобно. Здравствуйте, мой хороший. Спасибо. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Вот туда. Вот туда, пожалуйста. Здравствуйте, моя милая. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Желаю добра. Спасибо. Проходите. Так, ну все, всем удобно? Да, не стесняйтесь, да, спасибо, спасибо. Наливайте, накладывайте. Ну, у всех налито, да? Ага, да-да-да, я жду. Жду. Да. Встали все. Спасибо вам за то, что вы живы. И за то, что не забываете меня. И его. Светлая ему память. Помянем. Прошу. Будьте как дома. Вы здесь дома, прошу вас. Не стесняйтесь. Ты извини, Антонина. Да-да-да. Ну где же ваши дети? Внуки. Ведь сегодня юбилей. Юбилей, день рождения. Но, на Новодевичьи вместе были. А потом разъехались кто куда. Они у меня все очень заняты, работают. Мы-то с вами старые стали. Не можем собраться вечером, как люди. Уважаемые товарищи ветераны, разрешите поздравить вас с днем рождения маршала Василия Игнатьевича Мельникова! Ура! 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 Спасибо вам. Антонина Сергеевна, поздравляю. Никто не пришел. А как? Уважаемая. Уважаемая Антонина Сергеевна. Дорогие товарищи ветераны. Еще раз поздравляю вас с днем рождения дорогого, любимого маршала. Ура. Ура! 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 Так, товарищи, может быть, поем? Поем. Военную. А что? Давайте с белорусского вокзала. Давайте темную ночь.
Да и танкиста. О! Катюша! Ну да, Катя? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Давай, иди отсюда. Пойдем к тому дяденьке, военные. Они и такие похвосты, как гражданские. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто у вас? Да вот собачка. Хочешь собачку такую? Хорошенький какой. А как его звать? Вообще-то это девочка, но имя можешь сама придумать. Мне Матрёша нравится. Какое? Матрёша. Пусть будет Матрёша, почему нет? Сколько он стоит? 1000. Ну что, хочешь? $1000. Что? Вы знаете, у нее замечательная родословная. Доченька. У нее родители чемпионы. Нам никакие чемпионы. Мы с тобой самую простую собачку. Подождите. Давайте вашу 1000. Да не надо нам, странно. Давайте, какой-то. Давайте. Тебя как зовут? Настя. Настя, держи. Держи. Настенька, и, пожалуйста, Матрёша не обижай. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо. Пойдем. Слушай, сейчас ты увидишь дефиле. Я молчу. А ты сам мне скажешь, на кого бы ты поставил? В европейском конкурсе. Идет? Начинай. Заодно проверишь мою интуицию. Начали! Здорово. Номер 4 я угадал? Ну и ну. В точку. Ты профи. Спасибо, господа. Хорошо поработали. Все свободны. Спасибо. Вот ее фотографии. С красными волосами, черными волосами, белыми волосами. Стиль женственный, спортивный, вамп. Она то, что нужно. Диапазон огромный. Но! Слушай меня внимательно. У других тоже такие будут. Чуть лучше, чуть хуже не имеет значения. Нам нужно выделиться. Нужно оторваться. Есть идея. Она в школьном театре играла Нину Заречную. Иными словами, Чайку. И я подумал, а почему бы нам не сделать пока спектакль? Сюжетный, драматический. В духе русской театральной школы, а? Такого не будет ни у кого. Понимаешь? Мы чем сильны? Правильно, мы умеем драматизировать любое действие.
В основе всего великая русская литература. Ну, допустим. А поконкретней? Можно и поконкретнее. Ставим спектакль. Тригорин, Переплев, Аркадина, Заречная. В роли Нины, конечно же, она. Костюмы — чудо серебряного века. И это только начало. Дальше начинается смена эпох. 20-е годы, 30-е, 40-е и так до наших дней. Драма та же, герои те же. Движение времени определяется модой. Не просто дефиле, а театр на подиуме. Ну что? Это дорого. Ты прикинул? Да, конечно. Но тебе не скажу. Сам все обдумай и просчитай. А через 3 дня дашь мне ответ. Решайся, игра стоит свеч. Я наберу тебя. Я выхожу. Подтягивайся, Нина. Садись. Значит так, первым иду я, за мной Седов, потом Костенко, Труханов, Мамедов, крайний Чхеидзе. Все смотрим на сигнальную лампу. Погасла — жди, загорелась — прыгай. Всем все понятно? Понятно. А чего так грустно? Ладно, поехали, ребята. Мышка, выходи за меня замуж. Что? Стейнбек, «Зима тревоги нашей». Мы, помнишь, обожали этот роман. «Зима тревоги нашей» да. Позади. К нам солнцем ярко лето возвратилось. Ну так что, мышка, пойдешь за меня замуж? Мышка. Мышке поздно уже менять свою жизнь. Мышка-нарушка забилась в свою ловушку и даже не пытается выкарабкаться из нее. А, страдания по поводу возраста — чисто русская болезнь. Да? Запад смотрит на это совершенно иначе. В Америке считают, что жизнь удлинилась в среднем на 20 лет. Значит, от своего возраста надо отнять 20. К примеру, если вот тебе 60, значит, фактически 40. Если 40, значит, 20. Если 80, значит, 60. Понимаешь, вот если мне сейчас, наверное, 40, то тебе где-то лет 25. Так я в полном порядке, у меня вся жизнь впереди. Да. Останешься сегодня здесь у меня? Ах, вот оно что! А, вот к чему все вот эти вот такие вот великоумные разговоры. Издалека начал. А я-то простодушная подумала... Какой духовный человек. А. Раньше ты реже шутила. И лучше. А у нас теперь все сейчас шутят. Вот, включаешь телевизор, там по всем каналам просто, ну, заходятся от смеха, потому что говорят, что вот это вот все повышает настроение. Успокойся, пожалуйста. Пожалуйста, успокойся. У нас все еще может быть очень, очень хорошо. Врешь, наверное? Ага. Я никогда тебя не обманывал. Тогда останусь. Мудрое решение. Сейчас редко можно услышать правду. Где здесь ванная? Там. Старая мочалка.
Посмотрела на себя, как-то я смешно выгляжу в роли подружки нового русского. Это я-то новый, и тем более русский. Вот именно. А вот весь этот антураж, ты посмотри. А вот это вот рум-сервис, мини-бар, а вот это фитнес по сомелье, а это не дремлющая охрана. Нет, ну ты понимаешь, о чем я? Да. Я этого не выдержу, понимаешь? Ну, за эти несколько дней я устала больше, чем я устаю за дежурство на скорой. Слушай, я даже не предполагала, что богатые люди, что вот эти вот богатые люди, что у них такая утомительная жизнь. Просто какой-то кошмар, ты понимаешь? Я не хочу особняк. Ну, я не хочу ничего строить, я не хочу жить с охраной, я не хочу ездить с водителем, я не хочу постоянно находиться среди совершенно посторонних мне людей, ты понимаешь? Ну, а что делать? Мы же завтра должны дать ответ по проекту. А вот ты знаешь, что я подумала? А что, если вот этот самый особняк превратить в некий дом творчества? Туда будут приезжать молодые, талантливые, ну такие, каким ты был тогда, ну помнишь? Они будут жить там на всем готовом. Там будет совершенно роскошная библиотека, там будет потрясающая столовая, воздух, тишина, там будет спорт, там будет все, вот все то, в чем ты нуждался тогда, ты помнишь? Ну, ты же был полон совершенно невероятных идей. Я не уверен, Оля, что... Устроенная жизнь этому способствует, то есть новым идеям. Может быть, как раз наоборот. Но мысль превосходная, можно попробовать. По-моему, она стоит того, чтобы ее обмыть. Спустимся в ресторан. Закажи рум-сервис, иначе они будут торчать за спиной. Антонина Сергеевна, капельницу поставили. Состояние стабильное, не волнуйтесь. Ну вот он ваш мальчик. Он уже молодцом, все страхи позади. Как вы себя чувствуете, Кирилл Васильевич? Так, пульс ровный, давление стабильное. Это докапает, а следующую завтра поставим, да? Я не буду вам мешать. Мне сказали сердце. Я так и знала. И сам во всем виноват. Та же палата, где отец лежал, надо же. Я его отсюда домой везла. Он потом еще долго жил. Хороший знак, правда? Мама, ты не слушай никого, это не сердце. Ты что делаешь? Я сейчас сестру позову. Не надо никого звать. Ты меня слушай. Это не сердце. Это страх. Просто смертельный, непобедимый страх. Мама, я не смог себя заставить тогда прыгнуть. Нет, ты делал это десятки раз, сотни. Да, сотни раз. Я один. Там я отвечал только за себя. А здесь же смотрят на меня в 10 глаз, верят мне, повторяют каждое мое движение. Мне это не под силу, мама, не под силу. А ведь это вы во всем с отцом виноваты. Да, это из-за вас у меня вышла такая уродская судьба. Кем я был всю жизнь? Маршальским ребенком. Военное училище, карьера, звание, это же все от отца. Все от отца. Квартира в доме генштаба. Даже госпиталь этот, он же не мне полагается, он отцу положен. Мама, мне, наверное, место на Новодевичьем выделят. Только лишь для того, чтобы я рядом с отцом лежал. Я ведь с детства был инвалидом. Инвалидом воли. Кто я такой, мама? Никто. Мыльный пузырь. Пустое место. Знаешь, мы с отцом как-то были в «Современнике», старом еще, который на площади Маяковского, смотрели пьесу. Японская пьеса. Сюжет такой. По древней традиции, если в семье младшая женщина становится взрослой, она становится старшей. А старшая уже как бы не нужна, балласт. И семья прощается с ней, с матерью, семейством. Старший сын
Берет ее на спину и относит на специальную гору, там никто не живет. Туда только относит умирать. Он благодарит ее за то, что она дала ему жизнь. И оставляет ее там. И она понимает, что она обречена на медленное умирание. Она не обижается и спокойно принимает это. Я была тогда так возмущена, просто ужасно. Я даже в Японию не поехала с отцом. Он был в составе правительственной делегации. Я просто была в ярости от этого сюжета. Таким он мне показался диким. Но тогда я просто не поняла смысла пьесы. Мам, я обидел тебя. Нет. Нет. Это я недооценила восточную мудрость. Она показалась мне тогда слишком жестокой. Мы сделали это! Мы оторвались! Да, мы сделали это, ты был прав. Скажи, а за сколько ты готов отказаться от проекта? Не понял. Короче, за сколько ты согласился бы его продать? Ты что, с ума сошел? Продать? Да, продать, Макс. Я вложил в него большие деньги. Ну что ж, мы с тобой заключили договор, в котором определены доли сторон. Если ты уже заговорил на таком языке. Кроме всего прочего, в проекте есть еще один участник, Нина. На нее все поставлено. У нее тоже есть право голоса. Именно поэтому я и затеял с тобой этот разговор. Свой голос Нина уже отдала мне. Илья, Илья, что ты делаешь? Илья, мы же с тобой еще со школы дружим. Илья! Да, Макс, но мы взрослые мужчины. У тебя есть все. У тебя есть семья, любящая жена. Дети, мне не везло. Успех есть, любви нет. Деньги есть, куча денег, любви нет. Наконец я встречаю ту женщину, которой нужен именно я. Понимаешь, я, не мои деньги, не мое богатство, я сам. Нина? Представь себе, да, Нина. Мы успели проверить свои чувства, мы живем уже вместе 2 месяца. Я не хотел обнародовать это, чтобы не сорвать процесс репетиций. Я прошу тебя, давай ты просто заберешь свою долю и сверх того отступное. Просто назови цифру. С тобой свяжется мой адвокат. Макс, ты забываешь, он у нас общий. Потом я с ним уже связался. Он сказал, что юридически твои шансы на получение компенсации ничтожно малы. То, что предлагаю я, в знак старой дружбы, гораздо убедительнее. Потом, старик, понимаешь, совместное дело – это вещь опасная. Давай останемся друзьями. Это разумный выход. По рукам. Знаешь, почему мне всегда везет? Потому что я берусь только за то, в чем уверен. Но зато всегда иду до конца. Вот и сейчас я не отступлюсь. Тебе следует знать. За идеи стоит бороться. Они стоят гораздо дороже денег. Золотых идей в мире намного меньше, чем спонсоров. Привет. Привет. Ты что, сегодня рано? Так получилось. А почему не заезжаешь? Думаю, стоит ли. В каком смысле? В прямом.
Иди ко мне. Ну? Я отдам Илье чайку. Продашь? Подарю. Зачем? Он любит. Завидуешь? Валя, ко мне приходил Виталий. Ах, вот что. Ну и что же он? Просил меня убедить тебя уйти к нему. Какой идиот. Что же мне так не везет-то? Другие гуляют напропалую, и все сходит с рук. А тут только еще задумаешься. Ну и что же ты ему ответил? Я ответил, что вряд ли у меня это получится, и женщины таких глупых поступков не прощают. Мне так кажется. Ты не глуп. Этого у тебя не отнять. Ну что мы будем делать? Варя, мне кажется, он абсолютно прав. Со мной ты очень одинока. Прости, прости, милая, любимая, прости. Я сам своими руками толкаю тебя к чужому человеку. Понимаешь, но мне просто всегда казалось, мне казалось, что ты любишь меня. Зачем? Скажи мне, пожалуйста, зачем мы портим жизнь друг другу? Зачем? Неужели нельзя по-человечески? Можно, милая, можно. Можно. Мы просто с тобой были дураки. Теперь у нас все будет по-другому, я тебе обещаю. Я постараюсь. Ваши тосты. Гляжу на вас и удивляюсь. По 5 штук в день молотите, и хоть бы хны, не поправляетесь. А я вот один съем за день, и сразу все в бока. Галя, завтра Кирилл выписывается из больницы. Он некоторое время у нас поживет. Вы позаботьтесь о нем, он очень любит ваши пироги, кулебяки. Вот кому поправиться-то не грех. Знаю. Тесто поставила. Рыбу по-монастырски сделаю. Тоже питательно. Он ее всегда ел с удовольствием. Морса наварю. Ну, в общем, не обижу. Спасибо. Доброе утро! Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро. Давайте. Доброе утро всем. Привет. Доброе утро. Антонина Сергеевна. Варечка. Дети, сегодня школу прогуливаем. Кто-то хотел в дельфинарий. Нет, правда, ура! Правда? А как твоя работа? А, ее мы тоже прогуляем. Здорово. Похоже, в этой семье никто не собирается работать. Да. Я думала, ты в отпуске. Была. Недельку отдохнула, и хватит, хорошенько понемножку. Я обнаружила, что мои трудовые будни намного легче, чем жизнь олигархов. О, кстати, о них. Гриша сегодня собирается приехать к нам. Хочет с тобой повидаться. Думала, обижен на меня не придет. Сказала, зла не держу. Если ты, мам, не будешь вмешиваться, у нас даже, может быть, что-нибудь склеится. Я не буду. Обещаю тебе.
понимаю, раз в жизни собрались вовремя, так Сергеевна куда-то ушла. Ну, не знаю, что, ждать ее будем или сами сядете? Ну, ведь и стынет же все. Конечно, подождем. Ой. Ну вот, уже лучше, а то в больнице, ну такой был вид, просто ужас, я испугалась. Скажи, что ты сделаешь выводы из этой истории. Ты понимаешь, что пить больше нельзя. Иди туда же. Я маме объяснял, это не сердце. Хорошо. Да. Я могу показать кардиограмму. У меня отличная кардиограмма, УЗИ, Доплер. Все нормально. Это, господи, ну мама не понимает. Ну ты-то врач, Оля. Это здесь все чисто, понимаешь? Это страх. У меня был приступ животного страха. Да. Я надеюсь, в этом доме всем понятно, что я имею в виду. Разве в нашей семье кто-нибудь в состоянии за себя отвечать? Все мы без мамы инвалиды. А что вы притихли? Вы даже сейчас вот не в состоянии согласиться со мной, да? Зря я эти туфли надела, жмут. Жмут? Вот видишь, как хорошо, что я тебя на машине встретила. А ты говорила, не надо. Я как чувствовала. Делаешь, что надо. Как чувствовала, что они тебя жмут. Ты же лошадки все понимаешь. А что такое там происходит? Разве в нашем доме кто-нибудь имел право хоть раз в жизни сделать выбор самостоятельно? Я пошел в армию, я стал военным, потому что я этого хотел? Нет. Так хотела мама, даже не папа. Вот папа слушал маму, а ты? Ты врачом ведь стала тоже не по своей воле. Так велела мать. Ты ведь собиралась, по-моему, быть кем-то другим. Я ни о чем не жалею, я люблю свое дело. Ну, слава богу, здесь совпало. А помнишь стажировку? Она могла поехать на стажировку за границу. Ну скажи, кто тебе не позволил? Скажи. Мама считала, что в семье всегда должен быть свой врач такой, кому можно полностью доверять. Правильно. И на эту роль была назначена Оленька. А я вот всегда хотела стать хоровиком. И бабушка даже не возражала. Слушай, ну ты такая тихоня, тебя всю жизнь одной музыкой только и пичкали. Надо было как-то отоварить все эти усилия. Вот ты больше ни на что и не способна. Ты ни одного решения в жизни без бабушки ты принять не могла. Но я всегда делала. Правильно, ты всегда соглашалась с бабушкой. А ты чего молчишь? Слушай, старичок, твой брак был расстроен Антониной Сергеевной. Да, она считала, что тебе, видите ли, не хватает характера, потому что она мерила всех, и тебя в том числе, маршальской меркой. Но такие, как отец, рождаются раз в 100 лет, но мы же нормальные люди. Я обыкновенный человек, но это не значит, что я не имею права на собственную жизнь. Черт возьми! А таких, как Антонина Сергеевна, одна на миллион. Господа, нам всем очень повезло, это ценить надо. Ну, вот, например, я, если бы не Антонина Сергеевна, я бы, наверное, на Варьке никогда и не женился. Да, я, можно сказать, сначала в бабушку влюбился, а потом уже во внучку. Помню, приехали мы на Новый год с друзьями, и я прям ахнул. Ах, какая женщина. Васса! Васса Железнова! Вот кто эта женщина. Я не против. Это неплохо. Такие люди двигают прогресс. Но вы знаете, с ними не всегда удобно идти в ногу. Господи, ну, пожалуйста, я прошу вас, давайте прекратим этот крик. Это невыносимо. Мой муж без малого 20 лет не был здесь. Мне просто обидно, что он вынужден слушать все это. Тем более, что лично я не в обиде. Если бы не Антонина Сергеевна, я бы, наверное, в жизни не сделал того, что сделал. Сердце? Нет. Бледу? Нет, все нормально. Все в порядке. Ты ничего не слышала. Все как обычно. О, ну наконец-то! А то ведь без вас никто не хочет за стол садиться. Ну, теперь рассаживайтесь все на свои места, чтобы я не путалась. Ну как? Растет? Да,
Потом у тебя пацан, девчонка. Ой, да мне все равно. Пусть няньки думают, с кем им возиться. О. Я только наряжать буду, да на елки водить. Это ты так говоришь, пока грудь не дала. А вот потом мы на тебя посмотрим. Ну, здравствуй. Вот неисповедимы пути Господни. Расставалась с тобой навек. А вот снова какое дело. Пришлось встретиться на земле. Надо же. Вы почти не изменились, просто невероятно. А ты постарел. Ну, в этом тоже не изменились. Зато человеком стал. Дай я тебя поцелую. Садись. Ну, все собрались. Тогда я первое слово возьму. Я собрала вас всех сегодня вместе не просто так. Сегодня ровно 30 лет с того дня, как Ольга впервые встала к операционному столу. Правда? Ой, я и забыла. А какое сегодня число? Может быть. Да, наверное, ты права. Я так хорошо знаю этот день, потому что не помню другого в своей жизни, когда бы я так волновалась. Впервые в руках моей дочери была человеческая жизнь, за которую она отвечала одна, без всех. И даже я не могла бы ей помочь. Операция шла 3 часа. Операция была тяжелой, но все закончилось благополучно. Я всегда помню этот день, и мне показалось, что неплохо бы нам все вместе его отметить. Оленька, за тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мои дорогие. Что скажешь? Ничего, абсолютно ничего. Не обращай внимания. Ты с ума сошла? Ничего. Ты в своем уме? Конечно. Я уверена, что такие разговоры ведутся не впервые. Просто ты о них ничего не знала, потому что не слышала. А теперь услышала и потрясена. Я уверяю тебя, в любой семье, в любом коллективе кто-то кем-то недоволен, кто-то кого-то осуждает. Ну и что? Жизнь катится дальше. Нет, моя семья – это не какая-то семья. Это не какой-то коллектив. Я на эту семью положила жизнь, всю свою жизнь. Что же, напрасно? И в чем-то не права, раз они так... Все единодушны. Да ни в коем случае. Ведь Варя пыталась возражать, а Максим вообще всех поставил на место. А младшие? Они же обожают тебя, Тоша. Просто они не посмели вступать в разговор старших, потому что хорошо воспитаны тобой. Нет. Нет, здесь надо серьезно подумать. Что-то не так. Васса. Значит, я чего-то не понимаю, значит, я что-то не так делаю. Это нормально. Это закономерно. Так и должно быть. Да, Саша. Я буду серьезно Мама опаздывает впервые в жизни. Мама! А можно мне? Вам письмо от мамы.
Может быть, кто-нибудь прочтет? Почему письмо? Дайте мне. Мои дорогие и любимые, извините, что... Извините, что не простилась с вами, но, боюсь, это не под силу моему немолодому сердцу. Ни о чем плохом не думайте, я никогда не буду сводить счеты с жизнью, какие бы сюрпризы она ни готовила. Я знаю, это грех, а грешить мне поздно. Я жива, здорова и полна надежд. Может быть, без меня вы станете... счастливее. Я вижу, как вы сидите сейчас за нашим большим столом. Оля, Варя, Луша и Леша на своих обычных местах. Мое письмо в руках у Максима. Я угадала? И даже те стулья, которые так долго пустовали, сейчас заняты. Наконец, здесь Кирюша с семьей и даже Гриша. Надеюсь, ты здесь задержишься. Оля очень без тебя тосковала. Галя стоит чуть в сторонке и смотрит неприветливо, но не обращайте внимания, она и на меня так смотрела, хотя всех нас любит. Осталось пустым только мое кресло. Знайте наперед, тот, кто в него сядет, возьмет на себя ответственность за весь клан. Это тяжкий и часто неблагодарный труд, но кто-то в семье должен принять его на свои плечи. Как жена маршала Советского Союза, я, конечно, атеистка, но в Бога верю, как верил в него сам маршал. А иначе, как бы он прошел две такие войны? Слов молитвы не знаю, и потому повторяю только то, что говорила всегда. Храни вас Бог. Галя, подогрейте, пожалуйста, молоко. И не ставьте его в пакете. Бабушка этого не любит. Перелейте молочник. А хлеб, как всегда, поджарьте в тостере. И можете подавать овсянку. А мюсли больше не надо покупать. Если вы не против, до возвращения бабушки я готова занять ее место. Честное слово, мне совсем этого не хочется, но нельзя же, чтобы все пропало. Это жизнь, наш дом, наши предки, наш клан. Слушаю вас. Ну что, как всегда, искала телефон? Отдышись, я подожду. Тоша, здравствуй. Я так волновалась. Ты целую неделю не звонила, и мобильный отключен. Я совсем извелась. У меня все нормально. Просто я занялась делом. Да, не поверишь, пишу мемуары. У меня появилось время думать, и столько всего вспомнилось. Люди, события, потрясения, целый век. Васенька не успела этого сделать, так я за него сделаю. Саня, там и для тебя место найдется. Сань, ты что? Ты плачешь? Ну, это нехорошо. Это нехорошо, ты обещала. Возвращайся, Тоша.
Я очень тоскую, и твои все тоже. Да? Расскажи про них. Ну, пожалуйста, только поподробнее. А у них все хорошо. Знаешь, кто сел в твое кресло? Варя. Варя? Да что ты? Как странно. Хотя, почему бы нет? Все-таки моя кровь. И все-таки ты возвращайся, Туша.